Проблема с зарплатами бюджетников в Иркутской области, да и чего греха таить по всей стране, острейшая проблема. Решить ее должны были в рамках так называемых майских указов президента. Согласно распоряжению, которое Владимир Путин сделал еще в 2012 году, доход врачей и учителей должен быть выше средней зарплаты в каждом отдельном регионе. На сегодняшний день выполнить этот указ по всем категориям смогли лишь власти 16 субъектов России. Иркутской области в их числе нет. Неутешительная статистика была опубликована на сайте федерального издания РБК. Там же можно найти официальную информацию, которую озвучил министр труда России Максим Топилин. По версии чиновника, результаты выполнения майских указов гораздо лучше. Довести уровень зарплат бюджетников до норматива не получилось пока лишь в 4 регионах страны. И вроде как в Иркутской области все хорошо, но мы решили уточнить данные, а как в реальности обстоят дела с доходами врачей и учителей в нашем регионе. Для этого направили официальный запрос в правительство Прибайкалья. Ответ должен прийти уже в понедельник.